Иисус исполняет ветхозаветные пророчества. И в различных случаях мы читаем о том, что Он об этом говорит. И вот я хотел бы привести вам несколько примеров. Хотя в Писании вы можете найти множество таких примеров. В Евангелии от Луки, 4 главе, стихи 18 и 19, а также 21, здесь Иисус в синагоге во время богослужения, и мы здесь читаем, что Он встал, чтобы читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот посмотрите, стихи, которые он прочитал, взяты из Исаии 61 главы, стихи 1 и 2. Но вот посмотрите, что произошло ниже, через два стиха. Иисус положил свиток, и смотрите, 21 стих. «И Он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Как? Неужели кто-то еще? Нет. Иисус исполнил это Писание. Еще один текст. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 44 по 47. Здесь описан случай, когда Иисус встречается на дороге в Эммаус с некоторыми учениками, которые были крайне подавлены, потому что только что стали свидетелями распятия, погребения Иисуса. И вот, что мы читаем в стихах 44 по 47. Иисус встречает их, вот таких подавленных, и говорит: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Псалмы часто считались основой вот этой третьей части Ветхого Завета, которая называлась Священными Писаниями. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему». Итак, что же здесь делает Иисус? Он говорит, что все части ветхозаветного канона указывают на Него и исполняются в Нем. И хотя он не приводит здесь конкретно никакого текста из Ветхого Завета, но я думаю, вы согласитесь с тем, что хотя бы Исаия 53 глава говорит о том, что произошло в жизни Иисуса, о Его смерти и воскресении. Что ж, еще один пример. Матфея 26 глава, стихи 31, 54 и 56. Во всех этих стихах говорится о событиях, которые будут связаны с предательством, с отвержением Иисуса. И в каждом случае Иисус говорит, что все это произойдет, чтобы исполнилось Писание. Итак, это всего лишь примеры. Это совсем не исчерпывающий список. Итак, Иисус исполняет пророчество, и Он об этом говорит. Но я хотел бы не просто доказать вам сам этот факт. Я хотел бы, чтобы вы поняли, насколько значимо то, что делает Иисус. Все это значимо, потому что Иисус знает, о чем говорится в Ветхом Завете.
знает о том, как различить истинный пророк или ложный, и о признаках истинного пророка мы читаем в разных местах Ветхого Завета. Одно из таких мест записано во Второзаконии, 18 глава, 22 стих. И в этом тексте мы читаем, «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. Это лжепророк, он не от Бога, и не следует его слушать». Что ж, что все это означает? Если пророчества о Мессии никогда не будут исполнены, то авторы, которые написали эти пророчества, лжепророки. А если они лжепророки, то их книги не содержат слова Божии. Поэтому отчасти на кону здесь надежность и истинность Писания, а также того Бога, который дал это Писание, а мы уже показали о том, что именно Бог дал Писание. Но на кону не только вопрос об истинности Писания, но также об истинности слов Иисуса, о том, что Он Мессия. Если есть пророчество о грядущей Мессии, и Иисус не исполнил их, и при этом Он говорит: «Я Мессия», ну тогда что нам о Нем думать? Нам следует сделать вывод, что Он далеко не Мессия. Потому что если что-то действительно является частью Писания, то это написано истинным пророком. А если кто-то истинный пророк, то его предсказания сбываются. А если предсказания о Мессии не исполнились во время жизни Иисуса Христа, то естественно, что Он не может быть Мессией. Поэтому, если вы это поймете, то вы тогда начнете осознавать, почему же Иисус всякий раз не уставал, создается такое впечатление, говорить, что то, что Он только что сделал или только что сказал, все это есть исполнение ветхозаветных пророчеств. Потому что Он понимает, что если Он не исполняет эти ветхозаветные пророчества о грядущей Мессии, то все Его притязания на то, что Он Мессия, ничего не стоят. Поэтому на кону здесь истинность притязаний Иисуса на то, что Он Мессия, и истинность Писания и того Бога, который в них отображен. Что ж, что еще мы можем сказать? Иисус также цитирует пророчества о конце времени, считая их истинными. И можно привести в пример множество таких текстов, которые он цитирует, и позвольте мне привести вам один или два примера. Что ж, вспомните хотя бы то, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Матфея. Там мы читаем речь на Елеонской горе. И Иисус начинает эту речь, об этом мы читаем с 1 по 14 стих, говоря о том, какими будут последние дни, что будет характеризовать последние дни, перед тем, как Он вновь придет. И затем в 15 стихе, перечислив те ужасные события, которые произойдут в последние дни, Иисус делает такое замечание в 15 стихе.
Он говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». О чем здесь идет речь? Но мы читаем: «реченную через пророка Даниила, читающий да разумеет». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И далее он приводит дальнейшие указания. Итак, где Даниил писал об этой мерзости запустения? В 9 главе, где встречается это выражение «мерзость запустения», в 11 главе Даниила или в 12 главе? На какой текст ссылается Иисус? Что ж, я предположил бы, что это не 11 глава. Потому что ученые-богословы единодушны в том, что в этой главе говорится о событиях, произошедших во времена Маковейских войн, вернее, то, что предшествовало этим войнам, и то, что следовало после них. И все это произошло до того, когда Иисус родился. А здесь, в Евангелии 24, Иисус говорит о том, что произойдет в конце времен. Но если в 11 главе Даниила написано о тех событиях, которые уже произошли, и это уже исторические факты, это прошлое, то в Матфея 24:15 Иисус не может ссылаться на 11 главу Даниила. И я полагаю, как уже предположил мой брат, что, скорее всего, Иисус ссылается на текст, записанный в 9 главе Даниила, стихи с 24 по 27. Но я также считаю, что в 12 главе Даниила речь идет о тех же самых событиях, которые упомянуты в 9 главе Даниила с 24 по 27 стихи. Но зачем же нам вникать во всю эту эсхатологию? Что ж, это пророчество о конце времени из Ветхого Завета. Речь на Елеонской горе, записанную здесь, Иисус произнес уже в конце своей жизни. Так? Вот если посмотреть на 23 главу, на ее окончание, то там Иисус скорбит о жителях Иерусалима. Почему? Да потому что они в большинстве своем отвергли Его. Поэтому эта речь на Елеонской горе была произнесена за несколько дней до распятия. И уж точно после того, как большинство Его соотечественников решили, что им не нужен такой Мессия. Поэтому вы можете подумать, что, будучи так отвергнут своим собственным народом, можно сказать: ну, вот насчет всех тех пророчеств о конце времени для израильского народа, но они все отменены, никаких благословений. Но Иисус не так говорит. Ссылаясь на текст книги Даниила, он, по сути, говорит: «Не думайте, что из-за того, как люди восприняли меня, что из-за этого Божий замысел о будущих событиях, что его замысел для этого мира отменен. Всему этому еще предстоит исполниться». Но почему это беспокоит Иисуса? Вот эти ветхозаветные пророчества о конце мира и вообще о конце времени, исполнятся они или нет? А если это, например, просто спекуляции какого-то Нострадамуса? Это человек, который жил несколько столетий тому назад и много чего предсказал, много якобы разных событий. Но как-то трудно представить, чтобы Иисус
указывал на мнение каких-то людей и подтверждал, что они обязательно сбудутся. Все это выглядит разумным только в том случае, если эти пророчества даны Богом. И мы знаем, что они даны Богом через библейских авторов. Тогда вполне разумно утверждать, что они все еще исполнятся. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.